Добро пожаловать в мир вина. Я Хуан Хесус Вальделана. Сегодня мы дегустируем очень необычное красное вино, в своем роде уникальное в мире. Называется это вино Сент-Витис, что в переводе значит «столетние лозы». Вино, контролируемое по происхождению из региона Риоха. Первое статистическое упоминание о урожае с этих лоз относится к 1907 году. Эти лозы не были учтены в переписи. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что лозы имеют возраст более 100 лет. На основании этого факта происходит название вина «Centum Vitis». Эти лозы миновала страшная болезнь под названием филоксера, которая уничтожила все виноградники в Европе. Остались только небольшие зоны, как в нашем случае 2 гектара в Риохе. Цвет этого вина невероятный, фиолетово-синий, с блеском. Цвет по шкале насыщенности имеет 28 пунктов. Вино практически не пропускает свет. Вино очень насыщенное антоцианами и росвертролом, один из сильнейших антиокислителей. Брожение вина производилось в новых бочках из французского дуба Альер. При изготовлении бочки немного обжигаются пламенем изнутри, что впоследствии выдержки придает вину шоколадные оттенки. В аромате белый шоколад, прекрасно сочетаемый с сухофруктами, такими как чернослив, изюм и инжир. Вино очень бальзамичное, мятное и шоколадное. Что тут скажешь о вкусе? Великолепие цветочных и фруктовых вкусов. Восторг. Послевкусие у этого вина стойкое, приятное и насыщенное. Мы решили сделать это вино еще более праздничным. Для этого мы добавляем пищевое золото в бокал. Так мы сочетаем два сильных природных антиоксиданта – золото и росвертрол. Хлопья золота добавляются на ваше усмотрение. Вино более плотное, чем хлопья золота, поэтому золото остается на поверхности. Контраст золотого и фиолетового цвета невероятно красив. Это вино – деликатес. Это уникальное вино, но важнее всего – это удовольствие, которое вы получите. А удовольствие – это здоровье. Всем на здоровье!